новых теплиц. Это вся страна. Заставим Вологду пошуметь за ГТА. Самый красивый и стильный чувак на планете Земля. Актер, продюсер Александр Ревва! Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, я самый красивый человек, по мнению моей мамы. Вот. И не только, существует статистика. Спасибо Петру Сергеевичу. Спасибо, что он нас здесь сегодня всех собрал. Дай Бог ему здоровья, счастья и терпения. Сегодня, друзья, ЗГТ. ЗГТ, друзья, завод готовых... Что? Кого? Мы начинаем. Под ваши аплодисменты. Ура! Может быть, этот вечер, так сказать, корпоратив будет последний с алкоголем, поэтому следующие будут без алкоголя. Без алкоголя, но... С наркотиками. Да. Всем спасибо за мое нахождение на данной должности. Всем спасибо, буду рад продолжить. Сереж, ты нам больше не нужен. Спасибо. Давайте выпьем за то, чтобы следующий 18-й год для этих трех букв ЗГТ был очень успешным. Чтобы мы хорошенько потрудились, заработали и отдыхали, и встречались чаще, да? Вообще, благодаря этой компании «Завода готовых теплиц» я многого достиг в жизни. Спасибо всей команде «Завода готовых теплиц», особенно Петру Сергеевичу. У вас есть теплица? Конечно. Какая? У нас есть очень много теплиц, разные размеры у нас есть. Меня Евгений зовут. Как? Евгений. Че говори? Меня ее зовут Евгений. Ой, изо рта высунь. Ладно, друзья, я прошу прощения. Я желаю всему твоему коллективу, Петя, всем вам, друзья, попасть в Paradise. Друзья, значит, чтобы все было еще круче, нужно взять все вместе, обнять Петра, друзья. Погнали!